Всем привет, меня зовут Комаров Илья. Это наш новый вратарь Илюш Комаров. Парень молодой, перспективный. В 7 лет я пришел в футбол. Футбольный клуб «Торпедо Владимир». Моим первым тренером был Варламов Игорь Валентинович. Я ему очень благодарен. Он меня всему научил. Я буду работать над собой, чтобы попасть в основную команду. Мы всех игроков берем в основу с перспективой. Этой зимой меня позвал главный скаут футбольного клуба «Добрыня» Стас Меркушев. Я сразу же откликнулся на это предложение. Мотивация – попасть в основу и добиться самых высших успехов «Добрыня». Мы надеемся, что наша политика приведет нас к правильному пути там, через несколько лет. Мы будем там, где мы должны быть.